Долучаємо до нашого ефіру Ігоря Яковенка, це опозиційний російський журналіст. Пане Ігоре, вітаємо вас, доброго вечора. Здравствуйте. Вітаємо. Пане Ігоре, а як самі росіяни реагують на частковий військовий стан на території Російської Федерації? Ви не могли б на російському язикі задавати питання? Так, звісно. Да. Как россияне реагируют на вот это военное положение, которое внедряется в некоторых регионах? Ну, в целом, в общем-то, пока еще не произошло. То есть война пришла в Россию, она пришла в Россию 21 октября, в тот момент, когда Путин объявил частичную мобилизацию, ну, на самом деле, понятно, о чем идет речь. Значит, после этого... То, что сейчас происходит, пока еще не дошло до большинства россиян. Россияне еще пока не поняли, о чем идет речь. Речь идет о фактически введении полного военного положения. Практически речь идет о том, что на сегодняшний момент в России отменены все законы, даже формально, и власть может сегодня все, практически все. Пока еще это не проявилось в полной степени, поэтому вот понимание того, что произошло, пока еще в каждый дом не пришло. Я думаю, что это перспектива. В перспективе дойдет. Дойдет тогда, когда границы будут закрыты, а это, скорее всего, произойдет. Дойдет тогда, когда будет не только мобилизация, но и формирование отрядов обороны, когда будет беспредел, когда, так сказать, начнется то, что неизбежно произойдет. Ну и, конечно, когда начнут возвращаться, так сказать, люди с фронта в массовом порядке, потерпевшие поражение, ненавидящие все и вся, возвращаться с оружием. Произойдет проявление того самого украинского синдрома, который сегодня уже существует в вооруженных силах России. Это все перспектива. Пока еще не дошло, пока еще не сработали все эти мины замедленного действия. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот это вот успокоение в методичках, это больше превентивный такой шаг, а не свидетельство того, что градус в российском обществе уже достаточно высокий. Протестный, имею в виду, градус. Да, это превентивный шаг. Я думаю, что сейчас потенциально вот это вот все нарастает, но это пока еще, я бы сказал, такие латентные протесты. Латентный протестный градус. Пока это еще не проявляется, и это, конечно, попытка успокоить общество – это действительно превентивный шаг. Господин Яковенко, еще уточню по вашему предыдущему тезису. Вы говорили, когда вернутся бойцы российской армии из Украины. Когда это, когда то. Как вы думаете, когда именно? Я думаю, это произойдет практически сразу после того, как российская армия потерпит первое серьезное поражение, я имею в виду, невозможно будет, прежде всего, так сказать, деоккупация Херсон. Ну и в дальнейшем, там, неизбежная деоккупация Донбасса, других регионов. То есть, на самом деле, вот это будет тяжелым поражением, которое невозможно будет скрыть. И тогда вот эта трещина между Кремлем и армией, между Кремлем и регионами, между Кремлем и основным населением России, вот эта трещина, она достигнет своих пределов, и действительно власть начнет рушиться. Это неизбежно произойдет в той или иной форме, но это катализатором для этого будет первое же серьезное поражение, которое невозможно, никакими методичками нельзя будет замазать деоккупацию Херсона. Это совершенно очевидно. Вот это уже невозможно, так сказать, никакой пропагандой скрыть. Игорь, но это уже не первое поражение российской армии. Мы помним, как вооруженные силы Украины прогнали
россиян из-под Киева, как заставили их в результате успешной контроперации наступательной, когда они освободили большую часть Харьковской области. А как вы для себя расшифровываете слова командующего войной в Украине Суровикина о том, что вот по поводу Херсона придется принимать тяжелое решение? Вот какое оно тяжелое решение? И для кого? Для Украины, для России? Вы задали два вопроса. Я хотел бы ответить сначала на первый, с вашего разрешения. Значит, разница, принципиальная разница между тем наступлением, которое было под Киевом, и тем наступлением, которое было под Харьковом, и поражением под Херсоном, заключается в том, что ну вот те наступления, да, действительно, там под Киевом можно было как-то объяснить, потому что Киев не взяли. Это принципиальная вещь. Киев не взяли. Ну да, что-то там было, была Буча, был Ирпень, были какие-то другие события. Значит, был под Харьковом там и, опять-таки, под Херсоном были какие-то другие названия. Там был Лиман, был Изюм. Значит, это все звуки и все населенные пункты, которые ничего не говорят русскому уху. Ничего, абсолютно, это не знаковые события. А вот Херсон – это знаковое событие. Тем более, что тут произошло следующее. Ведь было сказано, Путин только что провел громкие мероприятия, связанные с присоединением вот этих четырех областей Украины к России. Это было очень громкое, помпезное мероприятие, все это запомнили. Было сказано, что это фактически День Победы, и было сказано, что Херсон – это навсегда. Вот Херсон с нами – это навсегда. Теперь выясняется, что нет, не навсегда и более того, совсем ненадолго. И вот это уже совершенно другое поражение, которое невозможно скрыть. Это первое. Поэтому именно Херсон это может стать, не обязательно будет, но может стать вот таким катализатором развала. Это вот важно зафиксировать. Это совсем другое поражение, принципиально другое. Значит, теперь, что касается слов вот этого человека по фамилии Суровикин. Значит, ну, сказал он очень невнятно, понятно, что говорить он не умеет, его предъявили миру впервые, это отдельная история, почему именно сейчас, почему именно его, это просто отдельный разговор, но то, что он сказал, вот эта невнятность, понятно, что речь идет о том, что Россия катастрофически проигрывает войну, катастрофически проигрывает военную операцию. И единственным ответом на вот этот катастрофический проигрыш может быть только одно. Это террор. Перевод вот этой вот спецоперации в террористическую. И это мы видим сейчас. Мы видим сейчас, что, так сказать, Суровикин стал орудием террора. Это обстрелы, массовые обстрелы мирных городов украинских. То есть война проиграна, начался террор. В ответ на наступление украинской армии Россия переходит к проведению массовой террористической операции. Причем гибридными методами. Это и обстрел украинских городов, это уничтожение коммуникаций, это в том числе угроза подрыва Каховской ГЭС, в результате чего будут затоплены более 80 украинских населенных пунктов, в том числе тот же самый Херсон. Это угроза удара по Запорожской атомной станции. В общем, короче говоря, вот такой вот... То есть речь идет именно о том, что Суровикин является не военачальником, а начальником террора. Вот именно в этом качестве он и был назначен, потому что, по сути дела, военачальник он нулевой абсолютно, но он имеет репутацию именно террориста, человека, который танками давил в 91-м году москвичей. Это как бы начало его славного боевого пути. Он мирных граждан давил танками. Это его заслуга. Затем он мирных граждан, мирных сирийцев уничтожал массово, так сказать, абсолютно безнаказанно с воздуха, будучи начальником, главнокомандующим военно-космическими силами. И вот сегодня он брошен как раз для того, чтобы провести массовую террористическую операцию, самую большую в истории человечества.
по сравнению с которой вот атака на башни-близнецы покажется просто мелкой шалостью. То есть ответ только террор, только терроризм. И Суровикин назначен именно в качестве человека, который может провести вот эту массовую гибридную террористическую операцию. Господин Яковенко, по вашему мнению, решение подрывать или не подрывать Каховскую ГЭС будет принимать Суровикин или его начальник? Конечно, Путин. Суровикин ничего, никаких решений не принимает, он выполняет приказ. Это на самом деле в известной степени ну, такой вот, такая финка Путина, безотказная, хорошо сделанная и очень послушная. Решение будет принимать Путин. Вполне возможно, что вот переговоры, ну, с Путиным сейчас никто разговаривать не будет на Западе. Вполне возможно, что разговоры Шойгу с, так сказать, американским генералом, они как раз были посвящены какой-то торговле, так сказать, что вот в руках сейчас Путина существует инструмент шантажа. Ну, а вот что в обмен, что, так сказать, Соединенные Штаты Америки могут дать за то, что не будут применены, так сказать, какие-то наиболее свирепые инструменты террористической войны, такие как подрыв Запорожской АЭС, такие как разрушение, значит, плотины и затопление 80 населенных пунктов Украины и так далее. То есть, на самом деле, вот, скорее всего, так. Но, конечно, решение будет принимать Путин. Причем тут Суровикин? Суровикин – слепое орудие. Игорь, спасибо вам огромное, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Игорь Яковенко, оппозиционный российский журналист, был с нами на прямом связи.